Новая мемориальная табличка, посвященная герою Великой Отечественной войны, появилась в Ульяновске. На ней увековечена память ветерана службы УФСИН Степанова Юрия Михайловича. Табличка установлена на здании управления, где Юрий Михайлович проработал более 20 лет. После победы над Германией Степанов не снял форму, пойдя перевоспитывать нарушителей закона. Он многое сделал для управления и исправительной системы. Его и сейчас помнит каждый сотрудник. У нас стало доброй традицией ежегодно открывать памятники замечательным людям, тем, кто достойно выполняли свой служебный долг и кому является Юрий Михайлович, который был оценен правительством и государством России в период Великой Отечественной войны. Он достоин высокой награды, как Орден Красной Звезды, а также другие награды, медали в период Великой Отечественной войны. Много теплых и искренних слов прозвучало из уст родственников, которые благодарны, что память отца и деда не забыта. Память почтили минутой молчания, после чего собравшиеся возложили цветы к памятной доске. Павел Половов, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.